Маска от компании Marlin, Marlin Turbo. Как и все маски компании Marlin, она находится в пластиковом боксе, поставляется с пластиковым боксом, который надежно защищает и уберегает ее от сколов, царапин и затираний силикона. Вот как выглядит сама маска Turbo. Она идет у нас двухстекольная. Стекла этой маски заключены в пластиковую оправу. Стекла используются в маске каленые. Сама же маска изготовлена из черного непрозрачного силикона. Силикон гипоаллергенный, не вызывает раздражений на вашей коже. Вот такая вот маска Marlin Turbo. Marlin Turbo пользуется популярностью подводных охотников по нескольким причинам. Одна из причин – это доступная цена. А вторая же причина, более относящаяся к подводной охоте, это обзорность этой маски. Несмотря на то, что она имеет два стекла, но плюсы есть и здесь. То, что имеются вот такие вот интересные углы обзора в этой маске, нестандартные квадратные или просто круглые линзы, они имеют вот такой вот угол обзора, что позволяет подводному охотнику как можно меньше двигаться, но больше видеть. Маска Turbo имеет регулирующийся ремешок, который проходит через вот такие вот клипсы, закрепленные на силиконовых усиках. Он легко болтается, не причиняя никакого дискомфорта подводному ныряльщику. А еще плюс то, что эти крепления спрятаны за маску, тем самым делают ее более обтекаемой. Регулируется ремешок с помощью нажатия двух клавиш. Ремешок регулируется у нас в обе стороны. Если нам необходимо затянуть ремешок, мы тянем просто за свободный край, и ремешок затягивается. За этот край ремешок не тянется. Сам ремешок изготовлен из качественного силикона, имеет уже анатомическую форму, довольно плотная, хорошая резина, в меру тянется. Не будет дискомфорта у ныряльщика, этот ремешок давить на голову не будет. Такую маску можно приобрести как на официальном сайте marlin.com.ua, также у наших партнеров, адреса которых вы найдете на нашем сайте.